Друзья мои, всем привет! Хочу поделиться с вами своим восторгом, своим восхищением от нового сорта клубники Квики. Ранний сорт. Перед вами это посадки сентябрь прошлого года. Ну, сказать, что я сражена, поражена, это ни о чем не сказать. Дело в том, что приобретался сорт весной прошлого года, посадка весенняя в другом месте была, естественно, она была не показательна, не по урожайности, не по размеру ягод. И вот уже с тех новых приобретенных кустиков мною были отсажены осенью сюда ягоды. Из-за того, что сорт, скажем так, новинка, посадочного было не очень много, поэтому здесь я садила по одному усу, хотя обычно я это делаю по два как минимум. И вы посмотрите, что здесь выросло. Вот там на заднем плане вы видите спичный коробок, так для сравнения. Это нечто. На каждом кусте как минимум три цветоноса. На каждом цветоносе по 5-6 ягод. И ягоды, посмотрите, какие крупные, какие выровненные. Интересные, какой вот формы. Тут что не ягода, то шедевр. Куст высокий. Посмотрите и на остальных. То же самое, какая урожайность, учитывая то, что это всего лишь осенняя посадка и всего по одному, в общем-то, усу. По описанию вкусовые качества данного сорта оцениваются, по-моему, 4,8 балла. То есть, ну, это очень хорошо, сладкое, вкусное. Я еще, честно говоря, не пробовала, буду тут дожидалась, скажем так, полного созревания хотя бы начальных ягод для того, чтобы можно было снять показательное видео и показать, что это такое, как оно себя ведет. Сейчас перейду к другим кустам. Посмотрите здесь. Вот оно. Здесь куда ни глянь, везде полный восторг от всего того, что видишь. Ягода длинная, удлиненные формы, особенно вот первые ягоды, это все впечатляет. Судя по тому, что на некоторых кустах вы видите вот и здесь, и здесь еще отдельные цветоносы только закончили цветение и начинаются наливаться ягоды, то есть процесс созревания, плодоношения будет растянутым. Это тоже хорошо, потому что можно будет полакомиться такой вот ягодой более длительный период. Ну и что я вам хочу сказать? Сорт, конечно, супер. Буду его разводить и рассаживать, потому что, ну, такой вот урожайности, такой выровненности и красоты ягод я, честно говоря, не ожидала. Но все-таки селекция не стоит на месте. Движется вперед в плане выведения новых очень урожайных сортов. И, конечно, замечательно, что мы сейчас имеем такую возможность приобретать новые сорта и лакомиться такими прекрасными ягодами. Повторюсь еще раз, ранний сорт клубники Квики. Посмотрите еще разочек на вот эту красоту.